Очередная партия детского питания пришла сегодня в детскую поликлинику номер 1 города Макеевки. Около 900 детей, более чем из 5 районов Макеевки, получили помощь от гуманитарного батальона «Новороссия». Получили мы количество банок 2000 штук. Ну вот по 2 баночки в руки мы сегодня раздаем. Мамочки наши довольны. И дети наши тоже довольны. Нехватка средств к существованию из-за прекращения Украиной социальных выплат вынуждает родителей искать все возможные варианты, чтобы прокормить своих маленьких детей. Детские не получаем ничего, не это. Возьмите документы. Спасибо большое, конечно. У меня муж тоже служит. Большое спасибо всем. Справиться с этой задачей им помогает благотворительный фонд Екатерины Губаревой, который регулярно доставляет помощь от различных организаций и частных лиц из России незащищенным слоям населения Донбасса. Также поддержку распределения и раздачи помощи предоставляют депутаты Донецкой Народной Республики и организация «Юный Новорос». Хочу сказать большую благодарность Российской Федерации, то, что помогли нашим мамам с гуманитарной помощью, детским питанием для грудничков. Также поблагодарить гуманитарный батальон «Новороссия» от Екатерины Губаревой, что не забывают наших самых маленьких деток. Я народный депутат Донецкой народ. Это вам помощь. Спасибо. Кормите своих детей. Рожайте, кормите. Я хочу выразить огромную благодарность фонду Екатерины Губаревой и гуманитарному батальону «Новороссия» за оказанную помощь в предоставлении нам столь необходимого детского питания для наших мамочек. Это детское питание рассчитано от 0 до 3 месяцев ребеночку. Вот. Особенно сейчас оно очень важно для наших мамочек в связи с тем, что Украина полностью закрыла социальные выплаты, все социальные программы. И наши мамочки сейчас брошены на произвол судьбы. То есть они бросили на произвол судьбы сотни тысяч грудных детей и сотни тысяч родителей нашего Донбасса. Анна Триксель, Сурен Бадрянский, специально для Новороссия ТВ.